Александр Деревяшкин приветствует всех на своем канале. Ребят, всем здоров и здоровья. Продолжаем наше прохождение игры Кот Вейн. В общем, ребят, поменял я меч. Взял вот этот меч. Сразу взял, поменял кровавую вуаль. Другую поставил. И поменял сразу код крови. То есть меч, кровавую вуаль и код крови. И все это уже работает. Код крови работает вообще с другими дарами. Но можно подобрать. Вот поджигает оружие в руках. Сейчас скажу. Это у нас временно повышает силу атаки при каждом попадании оружия по врагу. Очень полезный. Но это удар безумия. Это вообще хорошо. Вот. И спарить, наносите любящий удар в прыжке атака. Наручный меч или барды штык. Вот такие дела. Посмотрим, какой бэкстеп будет у этой вуали. Так, давайте, ребят, знаете, что сделать? Сделаем мы вот так. Будем бросать светильники. Где мы были? А то здесь можно заблудиться. Так, давайте, наверное, бросим вот здесь первый светильничек. Оп, бросил светильничек, блин. Совсем не то бросил. Это я сделал. Съел и хор. Так, а то, чтоб не путаться. И там оно у нас уже на нас уже нападает. Так. А давайте подберем. Здесь найти надо два или три ключа, что ли. Так, кровавая метка какая-то. И, наверное, я не даже не знаю. Наверное, бросить, что ли, здесь еще светильничек. Чтобы знать, что ты мы здесь были. И пойдем в эту сторону. Так. Ага. Так. Хорошо. Меч какой-то коротковатый. Так. Вот уже как бы путаешься. Здесь главное ничего не пропускать. Так. Хорошо. Так, эти не встанут, надеюсь. А, только вот здесь у кровавого. Вот ключи жертвенного города. Только здесь не перекат. Здесь она скользит, как на коньках. Так, давайте здесь оставим на светильник тоже, что мы здесь были. Так, надо было побольше купить. А с собой, наверное, много нельзя таскать. Так. Что-то я не понял. А все здесь закрыто, что ли? Да, здесь только этот. Ладненько. Хорошо. Значит, я правильно бросил светильник. И здесь... Все. Ага, теперь можно пойти сюда. Отлично. Но и хора побольше. Хочу бэкстеп посмотреть, какой у него. Так. Ух ты, не то сделал. Я не то сделал. Задай посмотреть, что за бэкстеп. Что ты? Ну-ка. А, ну обыкновенный, не очень. Так себе. Какой был у нас в начале игры самый. Когда мы обучение проходили. Так. Вот так вот и сделаем. Ну, погнали. Пошло. Плохо, что... Плохо то, что они этим мечом не стан не происходит. Так. Да, дар, конечно, полезный. Ух ты. Да что?
что ты? А как встать надо? Так что. А вот. Ну, наконец-то получилось. Ух ты. Ха, промахнулся. А, он уже мертвый был, наверное. Так. И туда проход есть. Так, куда проход? Откуда мы пришли-то? Я вот. О, нет, это другой проход. Мы здесь еще не были. Главное не потеряться еще бы, а? Вот здесь вот вообще что-то как-то непонятно. Да что ты будешь делать? Готов. Так. Никума. Так, я, наверное, здесь брошу светильничек тоже, ребят. Что мы уже здесь были. Иначе я что-то забываю. А где я? О, тут бабулька. Тут бабулька, красотулька. Ну, конечно. Ну, конечно. Полностью. А что такое? Полностью я все собрал. Да. Так, а поменять могу я его? Нет? Вот эту поставь. А, блин, у меня удар будет, ну, чуть-чуть поменьше. Ну, это еще ничего. Так. Поставлю вот такую. Так. Мы тут были, да? Блин, я помедленнее стал. Да, помедленнее. Ну ничего, ладно. Посмотрим, какой здесь бэкстап. Это, наверное, как раз и подходит к этому мечу. Так, давайте, наверное, здесь брошу я еще светильник, ребят. Что мы здесь были? Так, вот мы, наверное, кругом обошли, да? Да, мы кругом обошли. Вот. И здесь мы уже были. И где-то есть проход-то. Мы видели проход же. Так, ребят. А, нет, здесь перекат такой нормальный. Так, а где же я видел проход-то? Где-то, где-то, где-то. Здесь, что ли? А, вроде бы здесь, да. Вот он проходик. И давайте съедим, используем и хор. Так, на всякий случай, здесь сейчас битва будет. Чтоб уж. Так, и долго действует. И, наверное, вот так я сделаю. И погнали. Хорошо. Вот это уже не очень станет. Они, конечно, отлично. Так, медленно. Ну-ка. А, такой же. Такой же бэкстап. И урон неплохой. Урон неплохой. Так, здесь. Здесь вроде бы я ничего не вижу. Так. Да ничего, нормально. Она бежит так странно. Пьёк. Да, надо было побольше светильника взять. Но здесь Амелу видно. Здесь кидать светильник не будем. Так, ну все. Мы вроде бы все прошли здесь. Все забрали. О, 26. 26 икора. Так, мы здесь были. Так. Все. Вот здесь мы были. Везде эти. Наши светильники горят. Чтобы не потеряться. Так, сюда мы заходили, да. Отлично. И. Так, там мы все забрали. Вроде нет ничего. Да, все забрали. Вот.
Так, а мы здесь забрали все. Вот здесь мы были. А, здесь мы были. Да, я помню. Да, здесь мы были, вон оставили. Видите, как, ребят, светильники-то помогают. Как хорошо. Да, здесь можно запросто что-нибудь пропустить. И если не будет 100% на карте, значит, мы ее не прошли. Так, а вот здесь мы уже не были. И здесь проход. Это проход Камелы, да? Да, плохо у нас один светильник остался. Или что? Да. Так, а у нас что, 5? Все установилось. Да пойдемте, пойдемте. Значит, нам теперь не сюда, а вот сюда. Давайте кинем. Кинем светильник. Хорошо. Так. И мы не кинули светильник. А надо кинуть. Отлично. Так. И опа, потерянные пришли. Да уж. Как застанили-то сильно. Так. Лечимся. Да ты чё, смотри, чё, зажали меня просто. Да ладно, хорош. Да нифига себе. Да. Нифига себе. Да уж. Ну да, ребят, конечно, блин, этот меч быстр, но он не станет. Наверное, я поменяю это обратно свою вуаль. И так. И, наверное, о, даже так. То есть, ладненько, тогда я возьму вот свой мечок. И я не могу использовать только вот эту атаку. Неплохо. Я думал, я вообще не могу использовать. Ладненько, отлично. Так. Двуручный меч молот, наверное, я сделаю так. Выпад дракона лучше. О, класс. Значит, неплохо. Тогда мне будет еще легче. А я думал, не смогу эти дары поставить на этот код. Теперь могу, наверное, прокачался я. Так, и у нас светильники нет, светильников. Так, а мы заходили вот сюда. Теперь нам надо вот сюда, ребят. Блин. Я просто не выдержал потерянных. Это их так много. Так, а, наверное, видите урон. То есть одноручные мечи здесь не очень. Вот два удара и нет. И так. И так. Раненько, раненько. Так. Хорошо. Опа. Да. Двуручные мечи здесь рулят. Намного лучше. Чем... О, не-не-не. Одноручные. Видите? Я с одноручным, меня просто застанили, и я ничего не могу сделать. Здесь вот такие вот мечи лучше всего. Вот даже у Юкомы, смотрите, ребят, какой меч тоже большой.
Так. И урон. Урон очень большой. Так, забираем. А, жаль, светильников больше нету. Так, давайте мы... здесь бабулька. Здесь бабулька-красотулька с собаками. И мы, наверное, вот так сделаем. И так. И вот так еще раз сделаем. Так, так. И вот так. Погнали. Яростная воительница. Да. Ох ты. А чё, почему? А, у меня удар отхода медленный. Ну, чё не так? Медленный я стал, ребят. Видите, это кот стоит. Да. Да. Так, а если я поставлю вот эту вуаль? Так. Нет. Физический урон. Так, низкая все равно будет маневренность на второй. Сейчас низкая тоже опять. Да, здесь низкая. Ай, да-да-да, не очень, нет. Думаю, что не так? Да, кот, конечно, хороший, но маневренность низкая. Берсерк, опять берсерк. Возвращаю берсерк и не могу никакое больше оружие поставить. Да. Ладненько. И сразу какой кувырок стал. И у берсерка мало этого. Так, а мы здесь ничего? Не забыли? Нет, у берсерка мало и хора. Так, ну ладно. Это хорошо. Так, теперь нам идти надо в другую сторону. Так, и сколько нам ключей еще надо найти? Так, здесь мы ничего не пропустили. Опаньки. А это камеллы, да? Это камелли. Тогда... Я чуть не понял. Раз проход, два и три. Вот мы посередине не ходили. Ну там вроде проход какой-то я видел, ребят. Проход какой-то видел. А, это не проход. Это у нас вон что здесь. Дар. А это дары такие, они... Можно использовать без кода крови, в общем. А, здесь все. А чё, почему? А, значит, так, здесь все, да, здесь сюда больше нам не надо. Нам посередине, ребята, осталось посередине пройти. Здесь вот мы были, и здесь нет. Здесь сюда мы победили, сейчас посередине надо пройти. Посмотреть, да, дар, видите, ребят, дар ставишь, вот этот дар. Так, какой он? Вот, Прометей, и видите... И все, маневренность уже низкой становится. Это надо менять оружие и менять... Ну, скорее всего, надо оружие менять. Вот, здесь мы не были. И здесь у нас не потеряться бы... О, блин. Вот ты, ну, раз думаешь, они медленные. Ох ты, ты смотри, что... О. Держи. Так. Держи, бабуль, загибайся. Получай люлей. Да, маловато, все равно маловато. Так. С тобой можно не бояться удара спидом. Да уж, можно не бояться. Да, что интересно, он забав такой наносит нам.
И здесь вот, ребят, главное не пропустить ничего. Потому что я как-то сам шел отдельным персонажем, и почему-то 100% у меня здесь не было на этой карте. Где-то я что-то пропускал. Ух ты! Видал? Видал, сколько сразу урон? И как станет? И как их станет? Отлично. Отголосок потери. И мы пришли оттуда, да? Да. Так, и туда проход есть, ребята, и сюда проход. Ёлки, здесь можно заблудиться, честно сказать. Да, станет их неплохо двуручником. Станет их неплохо. О, сразу прям. Что значит? Так, ладненько. Ключ нашли еще. И так, пришли те же потерянные. Это плохо. Видите, как сразу? Вот что значит. Ух ты, быстрый какой-то. Вот так вот. Да. В этой игре двуручники рулят. Так. Юкума, держись, сейчас иду. Так. Так. Так, он меня тоже задел. Еще что ведут? Ух ты, еще. И бабулька идет здоровая. Эх, заделся. Эх, у нее и размах. Ух ты. Да уж. А мечом этим не станил я их коротким. И, в общем, не очень хорошо. Да, весело было. Было весело. Вот, блин, теперь не потеряться бы. Не потеряться бы. Все забрать. Так, это мы здесь забрали. Так, это отсюда откуда-то приходит. Так, а мы здесь то ли были, то ли не были. Я вот не помню, если честно сказать. Так, это, наверное, проход Камелли, да? Да. Так, и идемте все здесь обыщем. А то... Так, по бырику. Так, хорошо. Так, здесь все подсобрали. И... Так, вот, здесь мы не были. Меч выбили ему. Королевское железо. Да, здесь мы не были. Ахахахахо. Так, хорошо. И давайте. Да, вот здесь мы не были. И сундучок. И чё здесь у нас? О, бердыш дары. Да,
Вот здесь я тогда пропустил бердыш дары вроде бы. И здесь у нас... Так, восстановим. Маловато, конечно. Маловато. Так. Ну да ладно. Хватит. Нелегкие должны быть. Да ладно, ты что, еще жив? Юкумо, кончай его. И что за это дали? А, там что-то лежит. Активатор. И все. И усё. Тоже активировать с них выпал, наверное, скорее всего. Но вроде здесь проходов больше нет. А, еще что-то лежит. Королевское железо. Все, больше, ребят, здесь нет ничего. Ну пойдемте, пойдемте мы. Откроем дверь, посмотрим, что там за дверью. Да. Рулит. Рулит, двуручники рулят здесь. Намного лучше с ними, проще. С ними намного проще, чем с одноручниками. И бердыш у нас какой классный там был. Посмотрим, какой там урон у него будет. Да, тяжеловато с одноручниками идти. Тяжеловато. Но, наверное, с одноручниками должна еще и магия быть. Я так понимаю. Скорее всего, магия должна быть. Тогда с ним попроще будет идти. Так, ну где у меня Самел-то? Так, вроде бы все везде забрали. Ничего не оставили. А, вот она. А, нет, не сюда. Ма, здесь потеряться прям легко. А потеряться прям легко. Так, вот сюда может быть. Бо, что-то я опять сбился. Здесь вот. Да уж. Вон она. Выход. Так, да, выход. И пойдем, пойдем, пойдем. Так, а что у нас? Все у нас на месте. Наверное, все ключи нашли, я думаю. Да, все ключи нашли. И, ёлки, мы же тебя побеждали. Опять, что ли? Да ладно, сколько можно? Да, блин, опять она. От яда есть у нас? Противояди. Ё-парасоте. Опять она. Опять она. Да, ну давайте. Применим. Так, возьмем вот эту штуку и вот эту. Погнали. Опять бабочка. Зачем стук бабочка? Осторожно. Хорошо. Одному ударчику. Держи по заднице твоей красивой. Опа, хорошо-то как. Нифига у него он какой этот. Так, да. Так. Ух ты! Отлично, молодец, она мне зарядила. Это хорошо. Это хорошо. Да, вот что, плохо? И меня яд, да, наложил я на яд, да. Да что ты, блин? Да ладно. Оп, оп. Оп. Ты, сколько она всего. Ай ты, да ладно, хорош. Тут она не дала мне вроде сделать.
Так. Отлично. Держись, Секум, иду. Отлично. Ах ты, нет, нет, нет. Так, держимся. Убу, да что ты будешь, ты смотри, что. Пора Якум окончать с ней, а то сейчас я умру. Блин, умер уже. Оживляй меня. Готово. Да. Интересно. Зачем ее еще раз здесь сделали? Непонятно. Ну ладно. Ну ладненько. Так, а чё? А чё это такое там горит? А нифига себе, ребят, смотрите. Наши светильники все еще горят. Хе-хе. Класс. Класс, класс. Так, и телепорт. И посмотрим, сделали мы 100%. Здесь 100%, ребят. Здесь 100%. Здесь 100%. Так. И так, ну здесь... Давайте телепортируемся на базу. Ну что, ребят, завершу серию. Всем спасибо за просмотр. Если кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. И всем пока. И будьте здоровы.